В Расторгуевском парке в понедельник было шумно, весело и ярко. Посетители, одни случайно, другие зная заранее, стали участниками фестиваля красок. Дети и взрослые устроили настоящий фейерверк, обсыпая друг друга сухими красками. Лица, руки, одежда вдруг становились разноцветными, что вызвало бурный восторг участников. Азарта добавляла и веселая музыка, ну а в битве красок победили незабываемые эмоции и летнее настроение.